Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова будем играть с вами в Super Hot Mind Control. И у нас с вами сенсорный узел 1C или 1A. Давайте начнем с C. Ведь мы шарим в алфавите, да? Такое ощущение, как будто эта игра просто набор арен и ничего более. То есть никакого сюжета, ничего не будет. Что это такое? Чем это я в него кину? Я даже не знаю, что это такое. Мухобойка, что ли? Я в тебя мухобойки кинул, походу. А, это кисти. О! Мы сразу в экшен прямиком. Я здесь, бич. А, черт. Я что-то не понимаю, почему. Я же по нему столько раз уже выстрелил. О, ты меня разочаровываешь. Давайте продумаем какие-нибудь интересные махинации. Значит, в прыжке швырнул. Подобрал солдатик. Сражайся за меня! А! Плохо придумал. Солдатик, атакуй. Для продолжения нажмите кнопку. Ну так себе получилось. Вы начинаете каждый уровень со случайным огнестрельным оружием. Окей, как скажете. Мы в казино. У нас всего одна жизнь осталась. О, блин, что это? Рейлган? Это прикольное оружие. Неожиданно. Здравствуй, а у меня рейлган. А у тебя есть? Нету. Кончились патроны. Но бутылки все еще здесь. Ой, я промахнулся. Он, блин, отдал. Секунду. Сразу двоих. Не получилось. Хорошо, 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 сложили чувака. Что это? Карточки. Лови. Воткнул ему в руку. Есть, хорошо. Блин, столько всяких крутых штук, а мне что-то не хочется спускаться. Ну ладно. Оу. Убили. Неужели заново? Вот этот отстой. Кистью разрисуй себе харю. На тебе Оскара, на тебе палитру. Ничто не остановит палитру. Это, по-моему, другое место. Я здесь не был. Или был. Вот тебя пистолетом. Отойди. Ой, я у него забрал. Я у него забрал катану. Есть. Сразу двоих. Есть. Вот сейчас было неплохо. Что это такое? Просто какой-то штырь торчит в стене. Вешалка, что ли? О, отдай, отдай. Мое. Вот тебя надо обезвредить срочно. Напнуть. Прикольно, это я. Это я. Прикольно. Я упал. Жаль, опять заново. Блин, мы будем весь выпуск проходить этот кусок. Так, ты просто сразу отдай. О, блин, сказал сразу отдать. Откуда ты их берешь? У тебя запасной был? Мы же договорились без оружия прийти на стрелку. Чисто на кулаках. Как я промахнулся. Видите, куда он стрелял? Куда-то вверх, в голубе, небось. Я буду голубиный мститель. Голубиный мститель. Все, есть смерть. Хорошо, так. Так тупо и мимо. Так, давайте растением. Вот тебе. По горбу тебе горшком. Секундочку. Блин, опасно. Глубокими тарелочками. Это самое опасное для врага. О, черт, черт, черт. Черт. Они, кстати, могут друг друга убить? Кажется, да. Есть. О! Блин, отстой. Попал по мне все-таки, успел. Как-то, знаете, без сюжета особого стимула. Что произошло? Почему он разбился? Я разбил случайно. И это потому что я разбил, вы поэтому хотите меня убить? Ну, разбил, тут еще стоят. Нету стимула, короче, без сюжета. Да, блин. О, красная катана. Красная катана. Она разбилась вместе с ним. Хорошо, проходим. Оп. Оп. Казино. Джекпот. Ой, блин. Видите? Короче, это неотнимаемая катана. Что значит 7? Может быть, у меня какое-то время определенное есть? Нет, непонятно. Катана сразу. Отлично. Каждый раз новые хаки у нас. Дискотека. Давайте, начинаем. Дискач. Диджей! О, да, он заводит, кажется. О, вот, прикольно он замиксовал. Стой, 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 аккуратней. Есть. Нет, 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 аккуратней. Чем, чем? Можно кинуть коктейлем. Хорошо. Постараемся двигаться прям супер быстро. Ой. Тут же слился. О, пластинка. Надо было ей попробовать кинуть. Бар. Бармена нельзя бить. Это неприкосновенный человек в баре. Кстати, я никогда не видел, чтобы, когда начинаются драки в барах, чтобы в них бармен участвовал. Как правило, он просто стоит и протирает свой стаканчик. Скотина. Смог увернуться. О, боже мой. Тихо, не трогай. Стой, 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 аккуратней! Господи! Как напряженно все! Надо уйти отсюда. Вон он идет. Все. Есть. Правильно, что отступил. Он мог бы быть вооружен чем-нибудь опасным. Смотри, там метро есть. 4 HP хак. Есть! Есть шанс пройти этот хаб. Сразу. Сразу, сразу убивать.
чемоданом. Если оставил кто-то чемодан, обычно говорят, не трогайте. Но я не согласен. Надо трогать все, что человек оставил. Потому что от этого зависит твое выживание. Все окей, все окей. Где кто еще? Опа! Что-то я напрягаюсь слишком. Это же расслабончик. Игра расслабончик. Все. Всех убили. Они... Он тот сам взорвался. Он себе... Он суициднулся, короче. Лаборатория. Никаких хаков больше нет. Только катана сразу. Какие-то колбы или что это такое в руках держу. Я даже не знаю. Почему я пистолет не беру? Так, умереть, не встать. Такой миллиметраж. Фух, вовремя увернулся. Отдай пистолет. Больно, 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 больно. Я выжил. Слышали? Мы открыли еще один узел. Давайте пойдем туда сразу. Блин, ну вот в этом будет вся игра. То есть никакого прогресса, ничего интересного. Просто какие-то хаки и арены. Даже не знаю, ребят. О, фига, я по нему прыгаю. Я по нему прыгаю. Вот это прикольно, можно по нему прыгать. Пуст. Отдал, 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 все. Все же. О! Фух, повезло, что косой. Повезло, что я косой. Ну, ему повезло. Все, выжили. Вся жизнь установилась. Короче, я не вижу особого челленджа в этой игре. Ну, все под рукой. Ну да, ты можешь отбить. Но я просто подошел к тебе и напнул. Что теперь? Что теперь? Ничего. Все под рукой. Я просто вас убиваю. Этот мир просто полностью принадлежит мне. Ну, там бежит чувак с пистолетом. Этот куда побежал? Ну-ка, сдохни. Оу, смотрите, какой. Какой целеустремленный. Все, мы выиграли. Легко. Я могу даже просто сидеть так на расслабоне. Убивай всех, давай. Прогрузись, там мне казино покажи. Касса. Вы не в кассу. Ха-ха. Шутки. Отдай калькулятор. Вероятность твоей смерти. Вероятная. Отойди от меня. Нет. Посраки надавали. Все, я просто голыми руками всех задубасил. Я думаю, допройдем этот хаб. И все, на сегодня. А, черт. Сразу. А, не смог. Додзё? Додзё? Что такое додзё? Звучит как какое-то единоборство, но я не знаю, я не уверен, если честно. Да, скорее всего, это что-то с единоборствами связано, видите? А, блин. Живем, выживаем, сражаемся, думаем. Отдай пестель. Я добил его посмертно еще. Все, выжили очень быстро, очень легко. Гараж. Ой, прикольно, тут машинки будут всякие. Блин. Убил меня. Заново! Черт, хаб заново, нет! За что я проиграл, за что? Опа, веер! О, прикольно! Вот это круто! Отбил! Он отбил! Еще веер, где еще был? Где был еще? Вон там. Бип? Что значит? Что значит бип? Кажется, отобьет веер, а вот этот нет. Все. Я знаю, что значит бип. А, веер. Это веер, это же по-русски написано все. Просто по-английски получится бип. Все, все жизни восстановили. Окей, папкой. Папкой по попке. Да блин, да что ж такое? Я слюной подавился. Я такой классный боец, и в итоге умру от того, что просто подавился слюной. Он добьет, конечно же. Черт, его слюна, она добьет меня. Что мне делать? Сваливаем отсюда. А! Ну блин, умри. Я промахнулся. Есть! Я смог его обмануть! Где еще один? Где еще один? Где еще один? Вот. Оп. Вот, вот он идет! Опа! Чуть не ударил меня! Нельзя подходить к ним близко! Оп. Есть! Они такие нежные, сразу роняют пушку. Я бы не знаю, я вцепился в нее. Окей, давайте. У нас одна жизнь, мы должны включить Нео. Куда ты дел, Тринити? Смит? Смит, на кухне фаворит. Ты знал это? Все, получай. О! Ну что ж такое? Мне в горлышке першит. Враг бежит на меня. Просто убьем его. О, май гад. О, май гад. Все, хорошо. Выжил. Тут главное не торопиться, конечно. Мы в гараже, кстати говоря. О, хедшотнул! Черт, не попал. Так, у нас здесь есть вентиль, это прикольно. Но он не смертельный. Все, выжили.
Есть. Все жизни восстановили. Прекрасно. Посмотрите, как много Смитов. А! Один из них по мне попал. Аккуратненько. Опа! Насквозь! Катана! Да блин! Сразу все свои жизни просрал. Как я по тебе не попал? Я умираю. Морфеус, я умираю. Я поперхнулся. Да, в матрице можно поперхнуться. Если ты поперхнулся в матрице. Поперхнулся и в реальной жизни, понимаешь? Тело не живет без мозга. Всю... Сволочь! Что ж такое? Нет! Я поперхнулся насмерть. Что это? Кто это? Кого мы смотрим здесь? Я вот не понимаю, что это за секвенция такая интересная. Не могу поверить, что я еще живой. Смог побороть систему. Я вышел из нее. Смотрите, он даже не оборонялся. Ты знал? Он знал. Он знал, что я промахнусь. А! В сторону. Во, прикольно. Да. Погоди, не подходи. Ой, блин. Промахнулся. Есть. Погодите, тут есть интересный момент такой. Ты нажимаешь? Пушка сразу, окей. С меня хватит. Это... Система или нет? Это так задумано или нет? Давай попробуем. Черт! Заново придется. Да как будто бы нам это сложно. Да вообще не сложно. Смотрите, он стреляет. Видите, он сразу как целится. Не в ту сторону. Он попал. Он попал. Тогда на тебе. Голый. Ну не бойся, на диетическое. Так что с тобой все в порядке будет. Релоуд. Все, мы загнали патрон. В пестель. А нет. О, да. Он подошел ко мне, а я улыбнулся ему в ответ. Так началась любовь. Окей, с пушкой сразу. Хорошая пушка сразу. Да почему? Почему дробь? Она же полетела прямо в него. Или получается здесь одна дробь на одного человека? Живы? Мы живы? Он с пистолетом? Он опасней? О, черт, отбил. Где ты, Смит? На. Что это, отвертка? А, в плечо! Прямо в плечо! Это очень жестко. Надо попробовать промежность как-нибудь кинуть отверткой. Если отвертка застревает, мы уже поняли. А, еще есть кредитные карточки, они тоже застревают. Нафиг я стреляю, нет! Опа! Дай. Черт! Нет! Он попал по мне! Давайте попробуем. Промежность. Он отбил. Папка, отбил. А он все отбивает своей штукой. Так, надо в него вот кинуть. Ой, блин, опасно. Попробуй сейчас. Ну-ка. Нет. Говно какое. Заново. Нате кирпичом по голове отдал мне быстро. Кто тут еще? Где кто посмел ко мне подойти сзади? Никому не позволено. Просто отдай, получай. Оп. О, прикольно. Витрина взорвалась тоже. Сюда. На кишку. Нет. Прикольно, что на них можно сверху падать. Только я не понял, коцает это их или просто станет. Все? Где все? Да, все делись. О, ты здесь? Есть, все. Почти прошли. Full HP. Да, блин, не то, не то. А. 4 HP и full. Все. Нас одновременно еще залечили. Все. Как хорошо я справился, молодец. Что это? Осколок, на, получай осколком. Еще один осколок, лови. Еее, это была карта, не осколок. Так, потуши свое пламя. О, он промахнулся. Я бежал, кто ты? А-а-а. Отверткой. Вот. Ха-ха, есть. Смотрите, смотрите. Ходит с отверткой, но она чуть выше. Не то, немного не то, что я хотел. План не до конца осуществлен. Я пройду эту игру только когда смогу прямо четко в промежность отвертку. Запинаю вас просто вот так. Да что ж такое, мистер Катана? Хорошо. Сковородка, много урона наносит. В PUBG вообще очень быстро убивать сковородкой можно. Отдай, отдай! Нет, не отдал. Все. А, пистоль! Так, смогу попасть? Е-е-е. Отошел. Ух, жив.
Я жив. Особняк. Ну-ка. А чё не берется? Уродская игра, тупорылая. Тебе тоже. Отбил. Он отбил. На, в жопу тебе. Смертельно было для него. А, черт. Вламываемся через стекло. Блин, есть. О, май гад. Фух, выжил. Есть. Ну вот, я закинул дротиком куда надо. И все. Так, мы двигаемся быстрее. У нас одна жизнь, мы сейчас опять просрем, я чувствую. Все, давайте очень аккуратно действовать. Так, этот чувак с пестолем. Отдай. Да что ж такое? Так, тот чел тоже без оружия. Все окей? Все окей. Ждем. Ждем, пока придут. Это было неожиданно. Блин, заново. 8 гребаных часов спустя. Как я по тебе не попал? Почему я продолжаю не попадать по тебе? Подходи. Есть. Все, сломали жизнь его. Все, хорошо. На тебе черепом по черепу. Это предательство со стороны черепа, да? Ломать чужие черепа. Это каннибализм какой-то своего рода. Friendly fire. Какую чушь несу. Почему нельзя было одеть на себя очки? Ну это же напрашивается. Ау. Он сломал мой микроскоп. Как ты посмел ломать мой микроскоп? Хотел сказать глупую шутку, но подумал, что я слишком взрослый для этого. Вообще, я взрослый для вот таких игр, конечно. Я сижу и думаю такой, боже мой, что за детский сад? Так легко. Лаборатория. Фигня. Сейчас пройду. О, у меня рейлган. Захедшотил одного. Ой-ой-ой, сторону. Захедшотил второго. И у меня еще будет один выстрел. Ты удостоишься чести. Какая честь? Я что я говорю? Это бесчестная смерть. На. Все, хорошо. О! Ой, с чем это ты? Ой, с чем это ты? Ой, с чем это ты отдай? А, то же самое. Впервые на меня с таким нападают. О, мама! О, мама, мама, мама! Я ничего не делал. Он сам погиб. Я сам победил. Ура, наконец-таки мы прошли этот чертов хаб. Мы открыли, куда-то еще можем пойти. А это что, сенсорная алчность? Не знаю, посмотрим это все. Я не знаю, как долго здесь будут эти уровни, как их много здесь. Насколько долго у нас затянется эта игра. Я думаю, что там будет добрых там 5, 4, 6 выпусков. Если так будет, так огромная карта бесконечная. По сути, они же могут генерировать это, правильно? О боже мой, неужели так и есть? Потому что система игры позволяет, ну и, конечно, движок игры позволяет генерировать просто целую кучу уровней. Просто сделать там несколько видов карт. У них их очень мало, мы уже с вами видели, как мало их. И просто их тасуешь, разных людей спаунишь туда, врагов, разное оружие, и все. И карту эту можно бесконечно выстраивать. Походу, нас обманывают. Напишите, прав я или нет. Я не боюсь спойлеров к этой игре, здесь нет сюжета. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то шлепните лайк. Подпишитесь на канал. И давайте дадим друг другу напоследок слоумо-питюлю. Вы готовы?